Сегодня мы посмотрим на три новые планеты в Майнкрафте! Привет! Я повар-обезьяна! Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды! 1, 2... Всем привет, дорогие друзья, с вами Зомбок. Я нашел огромные планеты в Майнкрафт. Вы посмотрите, позади меня планета Соника, Леди Баг и планета Миньонов. Ребят, это очень классные планеты. Друзья, мы сегодня на них посмотрим. Не забудьте поставить прямо сейчас лайк и подпишитесь на мой канал. Давайте первым пойдем вот сюда, в желтую планету Миньонов. Друзья, побежали, побежали. Давайте поднимаемся по вот этой лестнице и прыгаем в портал. Так, ребята, где это мы оказались? Это что за чудовище? Посмотри на меня! А-а-а! Гигантский миньон-качок! Он на меня побежал! А ну, брысь от меня, чудовище! Отойди! Это что там такое гигантское? Ладно, давайте справимся с вот этим миньоном-ковбоем! А ну, брысь! Отлично, мы его победили! Привет, миньончики! А, привет, привет, зомбак! Привет, ребята, вы тут цветочки высаживаете? Прикольно! Так, чтобы пройти дальше, нам нужно найти 4 цветка! Окей, 4 цветка это легко. Вот эти что ли цветочки? Давайте мы, ребят, зайдем сюда к миньонам. Миньоны, можно я у вас цветы возьму? Нет, там не такие цветы нужны. Не такие, а какие нужны? Вот эти что ли гигантские цветки? Так, а как я его срубить должен? О, я, ребят, нашел наконец-то эти цветочки. Отлично, первый найден. Миньончики, давайте, помогайте мне. Второй вот здесь наверху. Давайте-ка мы его тоже заберем. Отлично. 2 цветочка у нас есть. Нужно найти 4, ребят. Сколько мне еще цветов надо? Напишите в комментариях. Если я уже нашел 2, а нужно всего лишь найти 4, то осталось еще 2. Точно. Давайте мы их сейчас найдем. Так, миньончики, давайте помогайте мне. Наверное, они где-то здесь. Надо собрать урожай цветов. Отлично. Первый нашел. И где-то здесь должен быть еще один. Так, может быть здесь? Отлично. Все. Мы можем, ребяточки, сматываться отсюда. Давайте ставим цветочки. Первый, второй. Отлично, все 4 найдены. Погнали дальше. Здесь у нас еще много интересного. А ну, брысь от меня, Хаги-паучок. А ну, отстань. Так, здесь синий радужный друг и коричневый. Что у нас здесь? Омлет? Ребята, это яичница какая-то. А, я понял, для чего они нам нужны. Окей, мы заберем эту яичницу с собой. А пока что пойдем сражаться с вот этими чучумбриками. Так, иди сюда, паучок, давай. А, на меня и синий напал, ребята. Синий тоже решил на меня напасть. А ну, брысь от меня. Так, давай, 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 брысь. Так, ух, смотрите, еще один стоит. Получи, паучок. Давай, 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 давай. Найс, ребяточки, с ними справились. Хорошо. Так, закроем дверьку, и это тоже. Теперь заходим сюда. Здорово! Сейчас мы тут с ними со всеми разберемся. Кстати, дальше я отсюда пройти не могу. Здесь железный забор. Мне нужно искать какой-то другой проход. Да чё ты, синий, ко мне пристал, а? На меня нападает тут со спины, так нечестно. Ай-яй-яй-яй-яй, быстрее, быстрее, быстрее перезаряжаемся. Найс, мечом добили. Так, отлично. Получай. И тебе тоже. Найс. Так, чтобы пройти дальше, нам нужно, ребят, найти ключ. А где я возьму ключ? Ребят, у меня нет ключа. Так, может быть, он где-то здесь спрятан? Давайте, ребят... О, я нашел ключ! Я нашел ключ, и это хорошо. Найс, мы можем, ребят, открыть... что? Этим ключом нельзя открыть этот замок? Так, меня обманывают. На, держи свой ключ, я сейчас читерю. Мы, ребята, заберемся вот сюда. Распрыгиваемся и перепрыгиваем. Ха, думал, меня не сможешь, да? Что смогут закрыться от меня? Но я-то пройду, я всегда пройду. Ладно, друзья, мы поднимаемся наверх, ставим сюда яичницу. И теперь у нас 3 яичницы, мы можем пройти дальше. Опа, что у нас здесь? Сколько много здесь персонажей Poppy Playtime. Смотрите, Хаги, Ваги разных цветов, еще и Бокси Бу. Леди Баг! Ладно, сейчас мы к ней доберемся. Так, паучок, отстань от меня. Что у нас здесь? Стрелы, лук. Окей, понятно.
С этим сейчас мы всем разберемся, только нужно сперва с паучком разобраться. Да, паук отстанет меня. Бокси! Давай, Бокси! Подошел ко мне. Давай, 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 давай. И чтобы пройти дальше, у нас опять нужно искать ключики. Привет, Леди Баг! О, привет! Слушай, я знаю, как достать ключи. Надо попасть во все фонарики. Фонарики? А, вон туда, что ли? Ладно, хорошо. Давайте сперва возьмем с собой лук и стрелы. И сейчас попытаемся попасть. О, слушайте, у меня есть более крутой лук. Сейчас я с него попаду. Так, бабах тебе! Сейчас мы еще и всех этих хаги-вагиков тоже победим. Отлично. Нам нужно, ребят, попасть просто во все фонарики. Это очень легкое занятие. Смотрите. Пэмпс, пэмпс. Я профессионал. Попадаем, попадаем. И последний. Отлично. О, реально едет вагонетка. Смотри, Леди Баг, крутяк. Едет ко мне вагонетка. И она мне привозит... Что внутри? Первый ключик. Отлично. Нам нужно два ключа, потому что замка у нас два. Окей, давайте сейчас мы с вами быстренько здесь справимся со всеми. И, так сказать, получим второй ключик. Так, ой. Как это я мог промазать, ребята? Это просто неуважение. Так, попадаем. Попадаем. И еще одна. И последняя. Последняя, ребяточки. Все. Едет моя вагонеточка. Это значит, что мы можем идти дальше. Там еще, кстати, интересный сюжет нас ждет. Я думаю, что нам ждет что-то интересное. Так. Второй ключ мы получаем. Все. Лук нам больше не нужен. Леди Баг, пойдешь со мной? Нет, я должна остаться здесь. Ну ладно, как знаешь. А мы отправляемся дальше. Ай, ага, я мог одним и тем же ключом, да, оба замка открыть. Ну ладно, проходим дальше, друзья, нас ждет здесь Килли-Вилли. Ух ты, ё-моё, миньоны Икзи. Так, что у нас здесь? Сундук какой-то. Незариумовая кирка. Ладно, давайте возьмем кирку и пойдем драться с этими монстрами. Подошел ко мне Килли-Виллич. Давай, гигантский монстр. Я там что-то сломал, ребят, на стене. Я там что-то сломал, походу это рамки были. Так, я сломал рамки. Найди 4 цветка. Опять 4 цветка ломать, ребят, чтобы открыть эту дверь. Ух ты, хаги-ваги с руками, ребят, это из новой версии Poppy Playtime. Ладно, давайте сломаем сейчас киркой вот эти стекла и проберемся к хаги-вагикам. Так, а если я на мечах буду с ними драться? На тебе, получай. Здесь у нас... Так, первый цветочек найден, друзья. Первый цветочек найден, отлично. И какой-то меч. Но у меня и так меч уже есть. Слушайте, у меня заканчиваются патроны. Это вообще не хорошо, потому что мне этими патронами драться. Надо перезарядить пушечки. Так, ну что. Открываем следующую. И иди-ка сюда, миньончик. Давай, подошел, подошел. Ай-яй-яй-яй-яй, перезаряжаемся быстрее. Получай. Давай, ты тоже, ты тоже. Я уже вижу, ребят, второй цветочек. Хорошо, хорошо. Мы значит, его нашли. Все, давайте заберем как-нибудь. Все, найс. Два цветка у нас есть, осталось еще два. Я предлагаю вот эту теперь открыть. С хаги-ваги. Хопа! На, здорово, хаги! Надо не дать им себя ударить своими руками, потому что у них выстреливают руки, и они могут очень сильно урон нанести. Очень много урона, отстань, они меня отталкивают сильно. Так, хорошо. Нашли мы третий цветочек и идем в последнюю комнату. Здесь Кисси-Мисси с такими же руками. Так, аккуратно. Давайте просто откидаем их вот туда. Опа! И быстро залетаем, пока они застряли в паутине. Быстрее деремся с ними. Найс, отлично. Получаем четвертый цветочек и проходим это испытание, друзья. Мы большие с вами молодцы. Поставьте лайк за наши старания. Мы идем дальше, друзья. Это еще не все. Ого-го. Сколько тут монстров, жесть. А где, стоп, подождите. Мы уже встретили Леди Баг. Мы встретили добрых миньонов. Значит, где-то здесь должен быть добрый Соник. Ребят, мы обязательно его найдем. Так что смотрите видео до конца. Так, где-то здесь добрый Соник. Эй, здорово, Рокси. Так, давай-ка мы ее вот так немножко попинаем. На, получай. Здесь какая-то броня, но у меня и так нагрудник крутой есть. Мне броня не нужна. Мы можем идти обратно. Так. Я сейчас пулемет перезаряжу. Мне его хватит, наверное, чтобы тут многих помочить. Так, давай, мутузимся. Ой-ой-ой-ой, еще перезаряжается. Стой! Отстань от меня.
На тебе, Балди, получи! Отлично, ребята! Проходим дальше, здесь Ванесса. Это противогаз, какая-то маска. Так, аккуратно, аккуратно, красный радужный друг. Со всеми справимся, не переживайте, я до всех дойду. Здорово, Луна, как жизнь? Так, фух, ребят, я уже устал с ними драться. Это очень сложно, потому что их очень много и они очень сильные. Очень-очень сильные, ребят, с ними очень долго сражаться. Так, перепрыгиваем сюда, проходим отсюда и пулеметом вот так вот. О, повар-обезьяна, здорово! Привет, сейчас мы солнце добьем. Повар-обезьяна, здорово, братишка, привет, я тебя знаю. Так, отлично, и остался последний монстр, это Кисси-Мисси паучок. Все, отлично! Смотрите, какое испытание, долгий лабиринт мы прошли. Идем дальше, ребяточки, Соник Икзи. О, добрый Соник! Мы его нашли, ребяточки, мы его нашли! Так, сейчас я только с этими Сониками справлюсь и спасу нашего доброго Соника. Эй, вы чё тут, Соника моего доброго, да, поймали в тюрьму? Ребята, они его поймали прямо за решетку, надо его срочно освободить. А ну, получай. Сейчас я перезаряжу пушечку. Получи, давай, на тебе, Соник Икзи. Найс, отлично, ребяточки. Открываем доброго Соника, привет! О, привет, зомбак! Да, приветик. Пойдем со мной, давай, быстро выбираемся отсюда. Побежали, побежали, побежали. Отлично, давай сюда. Ух ты, здесь у нас портал, друзья, мы можем вернуться обратно. Соник, ты представляешь? Погнали! Отлично, возвращаемся обратно. Слушайте, мы увидели сегодня и Миньонов, и Леди Баг, и Соника. Они, значит, объединились все вместе в одну планету. Это круто, друзья, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мой канал, а с вами был Зомбак и три гигантские планеты в Майнкрафте. Всем пока-пока! И снова привет! Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью!